Да? Это, кстати, конкретное ощущение. There you go. Ну, я, например, у меня было такое. В чем выражается ощущение каждой другой девушки про себя? В чем выражается, как для вас, ощущение того, что я за каменной стеной, за мужчиной? Ребят, скажи. Как это отражается, что я за каменной стеной, а мужчина слушает? Ну, лично для меня это, если я как женщина раскрываюсь, увеличивается моя женственность. А как вы чувствуете? Здорово, это следствие. А что дает вам ощущение? Как вы понимаете, что вы за каменной стеной? Как это проявляется на мужчине? Что это делает? Проявляется как забота. Забота, да. Это на аналитическом уровне очень ощущается. Угу. Ты как чувствуешь себя женщиной со всех сторон. Так. В живых аспектах. Это и в поведении, и в отношении, и в разговоре, и во всех таких мелочах, можно так сказать, но с мелочей состоит наша жизнь. Замечательно, что еще? Куда, что делать? Я просто, когда упомянула это ощущение, это у меня действительно было ощущение, описать, когда трудно. Это, ну, когда это ощущение приходит, вот ты как будто как вот в норке, как бы. Маленькая такая девочка, да, такая защищенная. Ну, и вот тебе, ну, не страшно, что ли, и вот спокойствие абсолютное такое. Озвучка сенсор. Не, не скажу. А, кстати, по этим ролям, по этим дочка, это у девушки есть 5 ролей. У женщины, девушка, подняли, у женщины есть. У женщины есть 5 ролей. Окей? Самая первая роль. Это жена. Записываем. Девушка, записываем. Первая роль. Жена. Вторая роль. Мать. Третья роль. Девушке подсказывает. Сестра. Сестра, умничка, молодец. Четвертая. Дочь. Дочь, отлично. Вот такая.